Зовут меня Андрей Кот, предприятие завод нефтяного газового оборудования. Предприятие является поставщиком технологического оборудования для нефтехимической и химической отрасли. На данном мероприятии мы впервые, поскольку, может быть, я уже до этого сказал, что предприятие молодое, мы начинаем только выставляться на выставках, посещать такого рода мероприятия. Очень нам интересна тема работы с «Газпромнефтью» и предприятием, входящим в эту компанию. Сейчас как раз двигаемся в этом направлении, прошли аккредитацию и начинаем вести работу на уровне технических вопросов. До этого, естественно, многие предприятия к нам обращаются уже с красными листами ОНХП, то есть тоже этот институт нам знаком. И поэтому визит на это предприятие связан с тем, для дальнейшего ознакомления с этими предприятиями, визитами, как говорится, лицо глаза в глаза, знакомство с этими же предприятиями и дальнейшей работой. По тому, что здесь происходит, и самой организации, еще раз повторюсь, мы здесь первый раз, но впечатления одни положительные, да. Хотелось бы, это уже дальше для своего руководства донести, что нужно участвовать на таких даустримах, семинарах, каких-то конференциях. Что я, наверное, сделаю после того, как приеду.